Nice hacks, by the way, блять. Ну это че? Не знаю, может и супер дешевые. Я никнеймы их показываю всех. Всех. Они супер дешевые, да. Они с говном. Ага. Нет, это че, это слишком много. Ну а че, втроем бы взять? Вот там у вас вообще ничего нету, там один по факту. Так это все одного челика, нет? А нет, нет, это... ни одного нет. Я каёв. Ну, интересный, конечно, ход. Ну это ж просто сейчас тотальный слип очков. Так они нас тут лупят. Давайте берите еще один. Сейчас Виндер возьму. Бля, лагает, конечно. Да. Все пиздец. Приятно. Где, блядь, мой самолет? Его что, сбили, что ли? И они сейчас улетят, еще смотри-ка. Половина. Мне они больше потерь понесли, чем выиграли. Ну, у меня 24 ПН вот летит с нарами полностью. Там все такие с нарами. Это у вас до вас эти забирают точки. Отбивайте в темпе точки. Ну, было бы чем. Когда всю пехоту стерла вся авиация, только можно. Это три опять орионов набрали. Да, я патриот включил, сейчас убиваю. Они их сейчас продадут, все эти мишки? Да, кучу денег получат. Ну, в принципе, интересно. Но... как бы такое, жижа, конечно. Корова летит, корова летит, убивай корову. С техника пойдет, скорее всего. Много коров летит, много этих зеленых летит, зеленых гасите. Хожу, но он здесь садится. Дима, давай, надо точки забирать, блин. Ой, еще летит. Охренеть, ой, антей вот тут стоит. 57. Ушака, да? Говно, стрелки какие-то там. Да, это ушака. Выключаю. Ой, все. Нет. Я просто успел выключить радар. Охренеть, там этих летит. Кого? Опять вертолет? Мне нечего. Высадки высадки на вас. Блять, чем у вас высадка? Я лечу. Ну где высадят, я сейчас забомблю. Су-34 летает. Нет. Это на С, на С, на Г, на Г, на Г, на Г, на Г. Это так вообще что-то не высадили. А может быть про... А, вон высадка. Бомби прям туда, Миш, срочно. Да, есть. Еще один летит. Ага, вот. Мне беретов выкинули. Ой, они меня убивают. Так, куда еще бросить? Вот сюда вроде бы куда-то. О, мне. Ох! Меня нормально накидали. Твоих, конечно. Блять, вот это плохо, конечно, хороший отряд. Ты очень плохо, да. Это были мне одного серьезные ребята. Один отряд, зато у них двух.
Блять, у меня не бомбовая дека, я все разбомбил. Я скрытый, блядь. Опять вертушки, у меня вертушки, вертушки. Надо бежать, нахуй. У меня нету нихуя нормального ТР. Шарат не... Сейчас все... Ну все, мне пизда здесь, походу, все перебить сейчас. Так, Дима, пока у нас тухляк, надо двигаться. Да надо. Так, давай я возьму. Хорошо забомбил, кто там был. Авенджера нам надо поставить обязательно. Блять, Ми-24 эти, блять, заебали меня, нахуй, шоу. Еще и хуй выпьешь, нахуй. Каёвы со стингерами вызывают две штуки, блядь. Он такой дохуя умный, пидарас, блять, этот капитан, нахуй. Это у него такая дека, шоу, книжка. Она, кстати, легко контрится. Просто берешь какие-нибудь ПВОшки дешевые. Дима, вот здесь видел? Да, я что-то не укрылся. Ой, надо их поедет. Кстати, а что насчет Global Hawk'а, блядь? Сейчас будет это же. Сюда вызов. Тут кружит. Мы их в поле словили. Как раз в поле. У меня сейчас будет их это распиливать. Их тут дохуя, смотрите, блядь. Ой-ой-ой, да мы ничего пригнали нам. 700 килограмм. Вот эти все юниты просто убиваем и кучу очков получаем. Mm-hmm. У меня просто не бомбовая дека, к сожалению. Вообще. Если бы я знал, я бы бомбовую деку просто выбрал. Хотя вот, есть. Я их спиванцев убиваю. Опять высадка. Опять высадка. Eagle here. Send mission. Over. Changing course. Map of the Earth flight. Rolling on the target area. Coming around now. Охуеть, блин. Слушай, ну точно не такие, блядь. Я тебе говорю, что это очень похоже на шутки. Что-то они так много накидали вам. Я же говорю, это мечты, похоже. Ну, в принципе, это мусор ВДВ, вот этот ДШ, он тоже дешевый. И техника-то вся такая нона, видишь, это тоже дешевая. Это не какие-то там, блядь, Т-90. Все такое легко высаживаемое. Они типа что, думаешь, они за счет пачек побили? Нет, там барбаристы едут, я не знаю. Где барбарисы? Один там едет барбарис. Два штуки. Вот один, у кого дека сильная. А эти прям реально тупо зерграш у них. У них противорадарки какие-то были вообще, видели? Да. Ну шака был. Вон барбарисы едут, смотри, у этого капитана. Надо точку отжимать. Ну, бля, а как тут отжать? Тут миллион всего. Мы их G, убиваем. G надо отжимать. G надо отжимать. У них на G почти никого нет. G отжимать. Это что? Я не могу. Дима, к нам на Ай спецназ пришел, по-моему, да? На Ай. Не видел, да. Где. Пивас этого. А, вон они, разведка. Ну, в общем, там Авенджера убили. Где-то вот здесь уже вот они. Смотреть. Ну, я правлера вызываю. Сейчас G потихоньку отожмем, ведь нечего.
Вот они, прошли, я же говорю. ЖЦ отожмем. Нормально, пивасик там их распиливает. Там вот тут. А, все, они отошли даже с дыр. Ну, пускай еще, блядь, ракет лупить. Заходите на свою ногу. У меня не хватает, там куча людей, мне не хватает все. Выставка огромная, опять. Это у нас. Пиздец, да не, это нереально, это какая-то хуйня. Невозможно так спамить. Ну посмотри, ну это сейчас выставка с 1500 рублей, блядь. Там черные береты по 110 только стоят. Ну да, что там беретов многовато. Ты посмотри, кстати. Посмотри. Вай, вайперов. Ну я сейчас их никнеймы все покажу. Серый волк. Капитан. Кого еще тут есть? Капитан. Кумич отписался. А почему нам всего один тикет засчитало, когда там было три? Че это за бред? Нам засчитало один и три. Это как вы не понимаете? Артём Ру, это четвертый у них. У меня просто есть? Даже притока такого нет, чтобы скидывать столько. Ну. Меняются типа, поэтому. У них два человека это называется. Блять, это ебаный снайпера, сука. Ц не берется, начал там. Не завел их, так сказать. Бой надо заходить, там по риске стоял всего. Сейчас покину. Я сейчас буду вас заходить. Дима, высаживай, блядь. Не успел. Да ну куда ты их, блядь, зачем ты их туда вообще прокидываешь? Аж там нужна равнина была. Да, это титковоз, у меня ничего нет уже. Даже с этим ничего не было. Два из 300 прибыл. Опять радарчики. Леончики. Охренеть, там пехоты сидит. Вы посмотрите на это. Я сейчас это все отбомблю. Это ж вообще вкусно. Откуда столько, су 57? Да не, ну это хуя. Это полная хуйня. Нереально это просто. Хаус хотя бы убил. У меня просто притока столько денег, сколько у них есть. Это бред. Ну нет такого смысла притока. Нет. Ну они объединяются вместе. Видишь, все скидывают. Пачкой прям огромной это сразу все направляют. Лишь опять скинут.
базу. Сразу Ай лежит. Отбейте Айка. Раз надо силы подкрепить. Корова летит. Кумичлю. Вот у меня нету этих, блин, как у Димы. Вам в Роник, что-то цену надо завести. Посади, а, все, вижу. Завожу, завожу. Я что-то проебался, там играл. Да, отсюда Так, ну я аэрборна сюда сейчас пригоню. Ну и стингеров бы еще желательно. У него тоже стингеры бери. Суету навести. Пиваться куплю. Черный берет и слева. Омега. У них, видишь, танков особо нету. Может быть, не читаки, но не знаю. Что-то как-то, блядь, слишком много пехоты. Я просто представляю, если я бы... Ну как танков нету? Барбарисы были, я видел. Куча вертолетов, ну, прям, С-300, это все прям деньги. Танков-то нету. Барбарисы 250 или сколько они тут стоят? 250. Ну два отряда пехоты это уже, блядь, почти барбарис, нахуй, так-то. Я к этому говорю. Там апачи это убивают. А, ну твой, сори, брат. Здесь в лесу снайпера сидят, вот они. Блять, как им везет, что у меня не авиационная дека, я бы их, блядь, просто тут распидорасил. На самом деле, блядь. Ну вот они начинают подпушивать КНД. Так, ну а еще кто-то есть. Ну да. Джей. Вот здесь вот Дима сидят, я знаю, люди. Ой, вот пошло высадка. Соли, побери свой апач на всякий случай из-под моей точки, из-под С. И там у тебя слева, что, блядь, апача бьют. Патрик, ну Патрик работает. А видишь, он по низам идет. Он видит его, блядь. О, хорошо. Есть, высадка лопнула, блядь. Хорош. Ну это малютка была какая-то. Ну не знаю, Ан 32 человека, по-моему, тащит. Ну нет, нам скинул, но мало. Это ловушка была. Это обман внимания, сейчас они из фланга зайдут и всех нас убьют. Распилочная пора. Так, что у них, где вкуснятина стоит? Вот это, да, у них есть. Вот это. Да, и где-то... Да. У меня на перезарядке. И где-то еще вот здесь вроде было. Я, наверное, сейчас ГМЛРСов закажу, да и все, блядь. Я сейчас заброшу туда. Хотя бы один ГМЛРС возьму. Буду ему расстрелять все. Хорошо, у меня стоит. Да, да, армата да. Стоит, кстати говоря. Че, он не хочет свою? Свечу армату. О, у меня так, на подсе начинают да. Подъезжать типа. Подходить. Бэм. Все, сейчас будет раскидка. Давай. Как в КС-очке. Ты С-300 отбомбишь? Да. Ой-ой-ой, нормально. Ой, хорош. Танки... А, танков нету, да, Миша? Т-80 ну, накопили. Было. Но это Т-80 танковая атака, было. Новый раунд. Это новый раунд, да. Охуенно. Так, сука, они меня убили. Спецназ мой. Охренеть там-то. Да это... Ну это хуйня какая-то. Куми, серый волк. Ничего не брали, вот. Они пушат на меня, все. Они пушат на меня. А вы забрали, видишь, все в порядке. Давай я лонгбоу туда сейчас. Я уже, у меня есть. Кайво. Сколько там танков, посмотрите. Да не, ну это вкусно. Это полная хуйня. Смотри, сколько их. Ну они все, видишь, они всей пачкой взяли. У нас никого нету, у нас вообще никто не шел. Они впятером все направляются к вам.
Еще правлера взять надо, чтоб тут кружил. Дима, нам надо двигаться, вообще не стоять. Да. Да, не еду, и не на тебя, Руник, еду. Прорываются. Я понимаю, что на меня, это проблема, мне трофи нельзя мои терять. Это зашибаю. Не на тебя, в том-то и прикол. А на кого? Это на А они пушат. Скорее они всего, да, это проблема. Разведчиков нашел. Слушай, там, по-моему, не... Не, ну это пиздец, ПТ-76. Вопрос, есть ли там деривация сдохнуть? Дима, быкование идет там. Видишь? Я пошел принимать их на... Нет, блядь, туда бы ядерку сейчас какую-нибудь. Там. А вот Ми-24 ПН с иглами там. У них пушка летит 142-я. Ми-24 без игл. К-52 тоже. Пушка летит, Дима, отработает у тебя? Да было бы чем. Пиздец, ПТ-шек. Опять высадка собирается. Это за бред происходит. Вертолеты, вертолеты. Стрелял. Ну, ПТ-76, ну это точно недорогая штука. Ну ладно, да, тут. Ну это прям максимально мусор. У меня сейчас пушки, у меня с пушки F-15 сбил у них высадку. Дима, почему ты не помогаешь? Я потерялся. Ой, у меня там МЛРС-ка зашла жестко просто. Армата по центру. Вот это да, опасно. Деривация, я лонгбол получил. Включите, блять. Почему, блядь, нет ракет? Нет, перезаряд. Пиздец, что происходит? Ну, мы, видишь, по очкам выигрываем уже. Ну, кстати, да, расколбасом устраиваем. Дима, почему нету Петримки? Да, что-то... Я на Ай-1 воюю, у меня уже там... Аэрборны уже кое-как, блядь, там живут. Еще 76. Все, у меня. А, чуть не повисло. Пятую пачку отбил там. Так, я лечу сейчас что-нибудь вам там прикол. Нормально. Сколько там ПТ? Там Тор, самое опасное это Тор там. Блять, они на СЗ. Они на этот закатились. На плату на это, на. На... Что делать? Ну сейчас я лонгбоу. У меня лонгбоу уже и работает. У меня, блядь, все вертолеты уже без. Часть без птуров, блядь. Мне бы вообще по-хорошему ебануть по ним, по всем, когда они остановятся. Чем? А не, они нормально едут. Они едут нормально. Мы сейчас вот так вот это сделаем. Самое интересное, что они Global Hawk сбивают. Я, блядь, ору с этой хуйни, да. Смотри, 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 сейчас что будет. Бомбы кидаешь? Да, пошло. Ой-ой-ой. На, хорош! Все, ко мне пехота, блядь, подъезжает. Это было вкусно вообще. Ну, блин, у меня деградация умерла. Надо добить последнюю, добейте, пожалуйста, ПВшки, а то высушу пехоту. У тебя лонгбол есть? Добей ее с лонгбол. Да, ПВшку сейчас захожу. Она там не одна, там Тор. Бля, там Тор, нахуй, это Тор опасно. Включился. Ну ладно, он не, он стоит так, что он меня не собьет. Все собьем, все собьем. Я его сейчас накрою, нахуй. Дима, говорю, ты не туда воюешь. Блядь, мне лонгбоу сбили с чего-то, с самолета, что ли? Я... Нет, это такого, что ли? Блядь, я вроде сейчас нормально стоял. Сейчас ты зайдешь, собьешь. Там пацаны справятся. Я буду иногда самолетики подкидывать. У нас уже Ай забирают, ты видишь? Да нормально. Блять, брат, не буду. Пиздец, вот это мясорубка. Я этот бой весь записываю, кстати. Ай, по моим Абрамсам пролетело, нормально. Блять, у меня Абрамс просто колонну жжет, нахуй. Их. Этих, что ли? А, С надо отжать обратно вроде.
Я, блядь, у меня два танка, я попытаюсь сейчас. Слишком много. Нормально, в принципе. Есть опять? Куда идет? У нас. Успел. Ну, сейчас надо забрать пару точек, чтобы не так много не дало. Я пытаюсь забирать. А, надо забирать. Я не вижу, я тоже буду ничего. А, блядь, там кто-то за зданиями. Ищу. Вот он, БМОшка. Берег. Давай, блядь, стреляй. Лак, у меня все повисло? А, все, отлично. Блядь, давай, на Б что-то есть. А, не, все, забираем Б. Пиздец, БМОшка жжёт. А, все, сюда сняли нахрен. А вертолеты ко мне едут, блять. Все, прекрати, Дима, не стреляй, я заезжаю. Угу. Много вертолетов. Да, боевые. Нахуй, блять. Это уже ударники, блять. Сюда. Отлично. Шарадом их принимаю. Жесть какая вообще. Мне бы, блядь, ротацию танков произвести так-то, блядь. Жесточайше, блядь. Ты нас бахнул. БВшка, Мишка. Короткую. Кого коротко? Ну, Миша не выходит из спецназа, который в лесу был. Да они весь, они сюда просто его кидают и кидают постоянно. У нас опять пойдет высадка какая-нибудь. А не, вон, видишь, вертолетом опять высаживают. Хорошо, я ему стрельнул. Забомбили. Месоплай надо привезти, блядь, для этого. Думал, раз. Может, пока все не так уж плохо, кстати. Ой, там вон еще обнаружилось. 1300. Город потихоньку. Я работаю по Тору, по Тору. Город пехоту потихоньку. Это я. Давай. У меня вообще тут нихуя нету, ни стингеров, блядь. Кстати, Кайову надо сейчас. Я тоже Кайову закрою. Все, отработал. Берег тоже сейчас будет. Ай, блядь! Апач бьют, у меня вот здесь спецназ какой-то. Апач побили меня чуть-чуть. Даже не чуть-чуть, тебя уж не сбили. Вот я о чем говорю, блять. Отведу его пока куда-нибудь вообще в тыл, нахуй. Так, ко мне зашла пехота. Попытками. Че, ты ее убьешь? Там, да, там кашка внизу висит, я сейчас не понял. За их поехал Непон. А нет, он едет. Кашка летит. Мне надо отводить один из абрамсов срочно. Все, минус кашка. Хорош. Там все черные береты бегут. А, сюда. Можно скоро ответить, я сейчас скоро разберу. Это будет страшилка скоро. Да, они копят 100%. А, вот уже пошло что-то. Уже высадка, да, высадка пошла.
Давай, сбивай нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Миша, есть чем бомбануть? Есть, есть, лечу. У меня тоже есть, сейчас буду. Я тоже сейчас буду бомбить. Охренеть, они там высадили. Еще летят на Г, на Г высадка. Так себе получилось. Я добавил. Орионы пошли. А у меня трофика убили. Столько лагающей игры у меня еще не было. А, у меня F-15 решил не бомбиться и просто полететь в какую-то жопу. Бывает. О, разведка у меня идет. Мне эрборны пока бить держат. У них ставка на пехоту. Ну это только пока. Толпу пехоты, блять, просто. Ну, ПВО у нас хорошо работает. Опять там ракушки скрывают. Надо бы глобала заказать. А, у меня летает глобал. Летает уже, да, и у нас летает, все в порядке. Они бы отжимают, не убили это. Это хуёво. Я уже веду новую эту попу, у меня лечит на вратарете. Бля, там трофи сейчас. Вот это. Сапплай можно захватить. Посмотрите вот это все. У меня все, вот все у меня опять все зависло. Скорее всего сейчас вылечу. Все, все повисло. У вас играется? Да. Да. Пиздец. Ну я крашу и переконнекчусь, блять. А, стоп, отмена. Это где был? Видел? Да, это видимо из-за сбития моего глобала все лагануло нахуй. Блядь, он своих убил, да? Да. Красава. Ты думаешь, там мои до сих пор сидят? Слушай, ну если мы это возьмем, ну сейчас 3-3 даст. О, опять мне скрежет едут. Ебашь его. Блять, не берем все еще точку. Вот они. Во, у меня толпа едет. Я понимаю, я тут пока отстреливаю тех, кто в лесу сидит. О, что есть. Начали брать. Блять, хорошо. Еще береты. Вижу С-300, С-300 доработаем. Ах, нет, они меня прям услышат. Радар кидают. Надо этого гасить. Пилот падает, надо загасить. Ну, все, шар отработал. Надо быстрее глобала отправлять. У меня КД. У меня тоже, сейчас будет уже скоро. Я С-300 сейчас ему выбью, наверное. Который нам все... Что-то не выбивается, блядь. Есть. Наверное. Пипец, тут надо ковровыми бомбить все нахуй, блядь. Кстати, можно Грейгла, хотя нет, деньги важнее. У меня Грейгла. Начинается. Что-то плохое это. Пилота убить надо, пилот. Ну, сейчас у него просто загряз. Во, корова летит, смотрите. Корова потихонечку подлетает. Anti-aircraft standing by.
повыстки отработаю. Жесть вообще какая. Вот, знаешь, что я могу, Дима, делать вообще? Не знаю. Я могу попробовать подсветить их. Антирадар. Вот это надо разбомбить. Вот это надо разбомбить. Можешь, можешь пробовать. Ой, хорошо. Стрелять. GMLRS? А, просто GMLRS. О, по вертолету попало. Ну тоже хорошо. Оп, да, хорошо. Ну а у меня они готовятся, блядь, сейчас бы туда какую-нибудь ядерку отправить бы, блядь. Скоро на базу надо будет отправлять уже. Блядь, как же лагает все, пиздец. Блядь, лагает, сука. А я бы я забираю. Ну вот, смотрите, толпа едет ко мне. Бля, ебаные эти черные береты. Ну это чисто эти, ВДВшки. ВДВ машины. Это с высадкой, это с людьми едут, походу. А, я строитель для него забирал. Да, это с пехотой едут. Ну, бомблюсь. Глобал у меня подлетел. Вот они. Я вижу, что... Хорошо, да. Ой, хорошо. Блин, конечно. Ну, пускай пытаются. Что там? Давайте я тоже повеселюсь. Там. Надо метки расставить. Вот сюда отбомбись. У меня зависло, нормально, я зависла. А, у меня тоже зависло. А, все отвисло. Не, оно чуть-чуть подлагивает и, короче, потом отвисает. Что-то вот здесь... Туда накидаю сейчас, стаж. Накидаю сейчас, думал, раз три ракеты, может, хватит, не знаю. Я их туда уже бросил. Меня в ноль. Вот это бомбардировочка, так называемая. На тех напали. Ага, блядь. Самые умные, что ли, нахуй? Роджер, we're Oscar Mike. Roger, we're on the move. Я причем, видите, как цель держу? Пускай выходит, у меня там куча Авроса стоит, принимает, если они выйдут только, блядь. Опять нон миллион. А ПВО они так и не сделали, да, я так понимаю? Нет, С-300 есть, но... Такое. Я сейчас накоплю на крылатый отрублю. Да, вон, С-300 далеко. Ой, а мы можем... Это не бомба, брал, блядь, походу на меня. Полетел. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Горох какой-то, да? Ну хорошо, у меня сапплай здесь. Блядь, назад, назад, не выезжайте. Блядь, я выехал случайно. Нормально, нормально, Дима, блядь, прикрываю. Ой, у него в основном высадка, да? Да. Сейчас будем накрывать. Что еще делать? Блять, убили. Вверх, вот они. Поднимайся. А, нифига у тебя там. Сейчас я залью. Да, да, надо ебашить. Ебаните чем-нибудь срочно. Залью, заливаю, заливаю, заливаю. За зданием сидят, нахуй, черт. Блять, какие шлаги. Они сейчас под 2 минуты, скорее всего, это жесть вообще будет. Проблема в том, что я точку... Я цель еще держу или не держу, я что-то не понимаю. Держишь, держу, держишь, да? Держишь. Еще Су-34, блядь. Тиродарка. А где мой МЛРС обычный? Что, взорвался, что ли? Ой, летит высадка, давай. Летит высадка на цель. Блять, готовьтесь. А нет, это ко мне вызовка. Ой, он мне промазал. Вот они, вот они! Они у меня вызовки! Где вертолеты все, нахуй?
Лечу, 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 бомбить. А у меня тут Брэдлик едет. Блять, меня прям на ГМЛРС и высадили. Мне позже. Что происходит? Это чел в ВДВ играет просто. Сразу. Нравится. Надо рекон срочно. Еще Global Hawk. Отправляю. Так, а я F заберу, хочу у них под шумок. Светка. Эти, они сразу по всем домам там. Момент застреливания, забиваться-то. Блять, у меня МЛРС не может стрелять, потому что слишком близко, блять. Так, подсветить как-то можно их? Я бомбить лечу. Да вы меня и вон, Global Hawk. Надо быстрее набивать последние очки. Но они не перебьют уж. Нормально, они не успеют. Я еще успею крылатыми накидать. Ну, ВДВ не сработало. Я им под конец убил пилота крылатой ракетой, чтобы больше киллов было. Вот это жестичок. Да. Ну они, блин, смотрите, КД у них какая смешная. Да. Ну ладно, может и не читер, но что-то я не знаю. Ну это же... просто и разом. Не читер, просто это дешевая техника, видишь, ничего такого серьезного не было. Не знаю, ВДВ, ДШ, иглы. У них у всех дека, смотри, какая. А, у одного только танки. Да, у Щербета. Да, видишь, у всех какая дека. Ну, хоть веселее бы стал. Ну, это уникальный батл.